Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мы прожили с моим мужем вместе 20 лет, но брак не регистрировали. Недавно он умер, завещание на все имущество оформил на меня, но у него осталась мать, которой 87 лет. Нотариус сказала, что она имеет право на половину доли наследства. Как она может претендовать на имущество, если по завещанию все должно перейти мне? Гражданский кодекс предусматривает, что нетрудоспособные родители имеют право на обязательную долю в наследстве. Это означает, что даже при наличии завещания часть наследства все равно достается таким родственникам. Так как мать наследодателя является пенсионером, она подпадает под действие данной статьи. Следует отметить, что по закону обязательная доля не может быть менее половины той доли, которая бы причиталась по закону, то есть при отсутствии завещания. Это означает, что мать наследника не может получить менее половины доли наследства, так как она должна была получить все имущество. Отмечу также, что несмотря на время совместного проживания с наследодателем, он вашим супругом не являлся, так как брачные отношения и их последствия возникают только после регистрации брака. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!